ты чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным. Можно писать в них в паблик и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту двойного убийства в Мурашах Юрьянского района. В ноябре прошлого года к 40-летнему Алексею Гончарову пришли двое гостей – 51-летняя Светлана и 44-летний Василий. Застолье приятелей закончилось трагедией. Все подробности в рубрике «Сводка». Компания повздорила, обвиняемый приревновал своего гостя Василия к Светлане и стал их по очереди избивать. Оба скончались на месте. Обвиняемый Алексей сбежал, задержали его на железнодорожном вокзале сотрудники Росгвардии. Известно, что ранее мужчина был судим. Обвиняемый ранее неоднократно судимый. Последнее его заключение было в 2016 году. Он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство своей матери. Алексею Гончарову грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело направлено в областную прокуратуру для утверждения обвинения. 53-летний черный лесоруб предстанет перед судом по делу о незаконной рубке в особо крупном размере. В январе этого года в Санчурском лесничестве он вырубил более 16 кубометров деревьев. Ущерб превысил 300 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина возместил ущерб полностью. Теперь его ждет суд. Знатно отметились подростки в двух подъездах домов на Заводской. В ночь с 6 на 7 апреля трое молодых людей устроили погром и попали в камеры видеонаблюдения. Юные вандалы срывали в подъезде объявления, бросали на пол, били по почтовым ящикам, пинали по пластиковой двери. После всего этого ушли. Волонтеры и полиция разыскивают 54-летнюю Валентину Расухину. 7 апреля женщина ушла из дома в Нововязке. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится Расухина, звоните по телефонам 8 800 754 52 или 112. Алина Котрихова, место происшествия.